Блин, ты попадаю, блин, надо валить с нее. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, стаканчик за Робит, Абгай, King on Fire, Move, кефирчик, No Trade. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Всем привет. Всем здравствуйте. Давно мы не играли на карте Gravity Falls, самая первая версия. Кто знает, что это за карта, плюсик в чат и ставьте лайкосик. Посмотрим, сколько нас, олдскульных игроков по Гаррисмоду, которые знают эту версию Gravity Falls. Я буду сегодня играть за аниматроников, а пацаны должны все меня мочить. Но я буду настолько сегодня хитрый и умен, что они будут просто проигрывать. Если все пятигушки, приятного аппетита, а мы начинаем жесткую войну. Отлично, ребята, я сегодня в ударе. Я же говорю, сегодня очень умный аниматроник. Вы таких в жизни никогда не видели. Короче, пацаны, стреляйте все, что видите. Он только друг друга. Короче. Кстати, вы меня сможете убить только сообща. А потому что вы будете друг другу давать информацию, тогда только выиграете. Так вы не сможете меня выиграть. Но я видел его на улице где-то. А где он, ребят, говорите, пожалуйста. Он на улице. На улице? Да. Все говорите, где он просто. Ребята, вы обратили внимание, что эта карта реально обновленная, как-то прикольно здесь освещение изменили. Раньше такого не было. Мне кажется, она раньше была намного тусклее. А, видел. Ты умрешь первый. В дом. Чекайте дом, ребят. А можно ловушки ставить? О, точно. Димас, а можно ловушки ставить? Нет, только с оружия. Чисто скилл, никаких ловушек. Вы же друг друга будете убивать. Я что, не знаю ваши ловушки? Ребята, ставим лайкосик. Подписываемся на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Ой, мне страшно. Ты не умеешь играть, тогда я буду тебя убивать сразу. А, я застрял. О, да ладно, так разве бывает? Он на улице. Вижу его. На улице. Офигенно играть за Плюштрава, потому что он может телепортироваться. Да не, вас много, я один. Это самая хитрая, версия Плюштрава. Переиграй нас, попробуй. Переиграй, я сейчас тебя убью просто, а ты будешь потом плакать. Так, ребята, смотрите, первый пошел. Мужики тоже любят. Эй, я не могу убить. Дима в кустах. Ты должен умереть. А, блин, тяжело попадать. О, вообще... надо камеру, да. Вот почему не попадаю, надо камеру дальше. Ах ты, табуреточный маньяк. Взял меня под табуретку, засунул и убил. Да, меня убил. Я расстроился. Он должен проиграть первый. Смотрите, ребята. Отлично. Где он был? Я ничего не знаю. Отлично, ребята. Смотрите, как мы их гасим. Еще один умирает из вас. Каждые 5 секунд будет умирать один из вас, пока вы меня не найдете. А может, не надо? Не. Вот ты что, я промахнулся, что ли? Я более чем уверен, но он где-то в кустах. Он, короче, не в кусах, реально, кстати. Да, давай, находи меня. Вы должны меня найти по-любому. Если вы меня не найдете, я буду орать на вас. Не надо. Дай по кустам просто, блядь, все, что видите. О. Кирчик. Что движется, то и стреляете. Да, вы правильно делаете. Только друг друга убейте хотя бы разок, пожалуйста. Нет, не надо. Так, ты должен умирать. Короче, каждые 5 секунд. Я немножко быстрее убиваю, но мне это нравится. Он, короче, где-то вот здесь около главного входа, мне кажется, или нет? Вы меня найдете, я вас верю, пацаны. Не показалось, что он где-то в доме прыгнул? Да, увидел, молодец. Я с дома с окна валю. Вы только догадались, что я с окна валю? А я сейчас слышал звуки наверху-то, ё-моё. Отлично. На чердак надо только зайти. Ой, я могу и стекла бить? Чердак имеется в виду, который играет в пол в мультике. Да, там где жили Дитер и Мейбл. Все, больше не буду убивать тебя, King on Fire, давай, живи.
Я знаю, что ты хочешь жить. Убью другого. Так, его мы убьем. Давайте мы убьем Ноутрейд. Нет, Ноутрейде тоже не будем убивать. Тихо. Наверху. Спасите его. Наверху? Наверху. Он возле... Нет. Он внизу, мне кажется. Давайте двое наверху и двое наверху. Или сколько нас там, не помню уже. Ребята, отличнейшая серия, когда можно... четко покемперить и просто их мочить. Но они меня как бы могут найти, но мне кажется, сколько надо времени. Так, напишите сейчас в комментариях, найду там я сами, или мне придется все-таки им показать, где я сижу. Подвал. Ок. Так, короче, надо, наверное, валить с подвала. Он обманул. Обманул? Да. Подвал, который еще этот, за шкафчиком. Так, вот этот может меня спалить, надо его убить случайно. Он не в подвале. Где ты его убил? Так. Вот. Да блин, ты чуть не попал по мне, слышишь? Он, по-моему, в невидимке сидит. Кстати, вы знаете, что вы только сейчас, наверное, догадались, что я бегаю среди вас, невидимый. Я среди вас бегаю. Внимательно чекайте сзади себя или возле кого-то я бегаю. Вот прямо сейчас возле пробегаю, возле King on Fire бегаю. Возле King on Fire бегаю, прямо сейчас в круги нарезаю. Постреляйте, увидите. Ребята, как убить другого игрока? Скажите, что возле него. Да. Очень круто появилось. Так, я теперь бегаю, знаете, возле кого? Так, я бегаю на Ноутрейде, я прям возле тебя, возле кустов бегаю. Вот, возле дерева сейчас бегаю. Ай. В угол, давай. Убили. Они между собой воюют. Надо их немножечко расслабить, то я вижу... Сильно злые, сильно вы злые, пацаны, надо вас наказывать. Он где-то тут. Слышь, ты сейчас спалишь меня, ты тут. Ребята, у меня сейчас вот этот надо, его и надо убить. Этого убить. Пулеметчика надо убить. Хорошо, давайте, короче, чуть-чуть медленнее будем мочить. Он на столбе, он где надпись Робби. Мочите эту надпись. Блин, ты попадаешь, блин, надо валить с неё. Офигеть. Вот это пацаны мочат. Жестко. Кстати, я хочу вам сказать большой, пацаны, респект. Вы смогли меня найти. Я реально сидел на том месте все это время и троллил, что возле кого-то из вас бегаю. Он где-то там. Бег по всему замену. Короче, давайте я на какое-то время стану видимым и посмотрим, за сколько времени вы меня убьете. Вон он! Вот он! Бегите! Он в невидимости опять зашел? Нет. Нет. Он в доме. Как думаешь? Я не вижу в доме, он, наверное, в подвал убежал. Да, не, ну я видимый, сразу говорю, я буду всегда видимый, пока месть буду так с вами играть. Он в кустах. Вижу, что вы слабые очень. Как ты слабый? Ты недооцениваешь нас. Сейчас было бы видео потяжелое, я тебя так не убил. О, отличная идея, чтобы поубивать отсюда пацанов, да? Он первый пошел. Где убили? Зеро, где? Ну реально, вы сможете? О, сейчас, ребята, давайте делаем ставки, догадается, где я сижу или нет? Зеро, где убили? Скажи просто. Так, давайте этого убьем. И вот этого. О, нашел! Он, короче, был на вот этой вот хрени. Не знаю, я не помню, как она называется. Вот он. А, блин, нашел! Беги, Димка! Да ну блин, отвалите! Да отвали! Вон. О, спасибо за подсрачник, спасибо! А, не! Ого, меня подкидываете! Я сейчас гранатомет возьму. Блин, а как тебя там достать-то, алё? А вы догадаетесь, вас... Да вы задрали подсрачники бить! Вон, улетел. А! Нет, он на крыше! Вот опять... это они хотят меня убить, ребята, да, как сильно? Упал! Упал? Где он? Пора их наказывать, ребята. Первый он пошел. Он, походу, опять в невидимость ушел. Нет, я видимый. Бегайте, ребята, сложнее попасть. Киньтесь еще, кстати. Отличное место, ребята. Отличное место для того, чтобы их наказывать. Сейчас мы кого-то выспыкнем. Вот, бежит. Смотрите, ушел. Отлично. О, а че, их нельзя было убивать? Что это? Короче, пацаны, вы прошли миссию. Убили аниматроник. А, не, я вас своих убил. Ой.
просрали, мы эту ночь просрали. Не? А, не, продолжается ночь. Ночь продолжает, кошмар вас. Убил, отлично, убил, убил. Он где-то? Да-да-да, он тут. Стреляй по всему, что вижу. Там, где надпись? Где, это, там зомби, вот это было. А, понял. Он, где вартигонты, где вартигонты? Да откуда ты все знаешь? Да вы затрёли, отвали, пожалуйста, отвали! Да пожалуйста, отвали! О, нычка, 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 я могу пока мисс свалить. Да блин, черный экран, ребята, это специально такая миссия сложная, когда нифига не видно, но очень интересно. Убили. Ах ты зараза! Ну что, ребята, теперь самый сложный аниматроник, который вы можете найти. Ой-ой-ой! Ну что, ребята, у нас босс, у которого очень много жизней. Ого, вы мне дадите какой-то шанс? Вот это жесть. Ну жизни очень много. Пока у меня анимация идет, они меня очень жестко мочат. Надеюсь, вам, ребята, нравится такое мясо. А что я могу встать? А чё я умер? У меня же много жизни было. Вообще легко. Анимация прошла. Анимация? Анимация прошла и всё. Вы вздумали со мной вот таким боссом разговаривать так? Радуйтесь, ребята. Я взял босса, я нашел. Босс найден. Ну что, теперь быстрый и мощный. Ну что? А я один, а вас много, вы можете придумать как. Давай. Собираемся вот здесь, на спауне, где мы. Это, кстати, хорошая идея, пацаны, на спауне собраться. Он сейчас возьмет нас и убьет разом всех. Он в дом, наверное, зашел, потому что он около дома не бегает. В дом, берите, наверное, патроны, пошел, берите патроны. Берите, короче, и сейчас ищем его, просто ищем. Ищите, ищите. Я, короче, сразу говорю подсказку. Я в доме. В дом заходим, ребят, все в дом заходим, все в дом заходим. Встречаемся на главном... Где он? Он, короче... Отлично, ребята. А что? Чистенько, он чистенько походу убивает. Да. Это нечестно, Димас. А, да, через стенки, вот так это же босс. Ну так это нечестно. Так, так у меня всего 10 тысяч жизней. Так мы тебя не убьем так. А, хорошо, тогда убивайте. Хорошо, да, иди так. Он в подвале. Я в под... Он в комнате, где ванной, ванной. Да ты задрал. Босс, убийца. А догадайтесь, если вы открываете дверь, я вас убиваю. Что надо, что не нужно делать? Не открывать двери, правильно? А это никак не сделать. Там никак не открыть двери и не умереть. Он по стенке бьет. Только вы открываете дверь, я сразу убиваю. Ребят, короче, Макс, мы юзаем гранаты. Не сюда же кидать гранаты. Юзайте, все. Можете юзать гранаты, огнеметы, там что угодно. Только ядерные бомбы нельзя. Да не нахрена, кто открывает двери? Да ё-моё. Дверь нельзя открывать, я буду убивать. Ребят, я знаю, смотрите, какое... берите... Подождите, у меня есть оружие кое-какое. Берите бомбу вонючку. Ого! Слышь, ты хватит так шуметь, все равно жизни не тратится. Отойди, стакан. Отлично. Дайте я открою. Давай. Блин, да я кинул? Да, ты кинул, жизни у меня отнялись. У меня уже не 10 тысяч, а 8600. Ты молодец, хорошо попал. Можно газ использовать? Да, можете, можете. Только двери нельзя открывать. Кто двери откроет, сразу умирает. Давай сейчас запердим там. Давайте кто... Блин, не. Ой, это плохая идея. Это плохой, закинул гранату-то. Фашисты, вы чертовы. Кир, фашист, все понятно. Ай, что? Кто? Кто это сделал? Кто? Ладно, продолжай.
Кто тэпнул сейчас? Так, я выбрался каким-то образом. Ребята, он выбрался, берите все оружие. Да вы задрали свои вонючие гранаты. Ну ладно, ладно, я туда вылетел на В, потому что я бы проиграл. Вы меня вытравили, получается. Ну все ясно, читер. Не, не читер, я аниматроник, я выбрался каким-то другим образом. Через вентиляцию. Мам, ты куда лезешь? Отлично, ребята, видели, я могу встать и видеть, кто здесь ходит, и мочить их. Это самая лучшая позиция в Гаррис Мод, которую я видел. Ребят, король гранатомет всем, а давайте сейчас будем его фигать. Да, все можете использовать вообще полностью любое оружие. Любое. А ты невидимый, ты стоишь? Не, я видимый. У меня, кстати, всего 6800 жизней. А, да сейчас тебя как клопа убьем и все. Ага, в подвале, ребята, в подвале. В подвале, ладно, подловили, молодцы, нашли. Дальше что? О, вот это хорошее место. Я за просто место как в подвал выстрелить, а также нанести дамаг. Ну чё, давайте. У вас осталось, если вы в течение минуты меня не убиваете, я взрываю полностью эту карту и умрут все. Ого! Смотрите, что они делают. Они, я вижу, вы немножко разозлились, да, пацаны? Нету, ребят, я взорвался там, я забежал туда, с кефирной, там его нету. Не кидай кефирчик этому, не кидай! Окей. Okay. Только хуже сделай. Ну чё? На этаже прячется. Бомба активирована, пацаны. Пацаны, прячьтесь. Там бомба, да что ж вы... Чёрт. Вот это жахнуло, ребята. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, посмотрим мои ролики еще.